Когда самолет поднимается высоко над облаками, солнце одинаково светит и пилотам, и пассажирам. И только без пассажиров самолет может взлететь. А без пилота так и останется на земле. Ты обещал подумать о переходе в гражданскую авиацию. Я не работаю на России. Я служу России. Олег Анатольевич, пойдем поговорим. Принято государственное решение поддержать сирийский народ. Мы официально входим в Сирию. Я люблю вас больше всего на свете. А помнишь, ты мне как-то крикнула? Сошников, не изменяй себе. Насколько тут все серьезно? На 6000 метрах еще терпимо. На земле так бывает вообще не сладко. Слетаем, осмотримся. Повнимательней, 608. Вы вошли в зону боевых действий. Абу Фирас Аль-Хуарани готовит очередную провокацию. Хорошо бы его не устранить, а взять живым. Спустись с небес. Зачем ты все рушишь? Это война, это смерть. Крути маневр, по тебе ракета! Своих не бросаем. Бегом, бегом, бегом! Я, конечно, могу уйти на гражданку, но я офицер. Офицер — это когда живешь для других.